Золотые дорогие, у нас сегодня праздник. Мы получили посылку от моих родителей. Написано даже Свердловск, да? Угу. Екатеринбург. С Екатеринбурга. Прошла она все таможни. И вот дошла до нас. Ну, Левушка, конечно, помогает. А мы приступаем к распаковке. Я хочу сказать, что посылки получать, подарочки получать, это, конечно, очень-очень приятно. А еще приятнее эти подарки делать. О, теперь мы можем вязать. Теперь отправляют в таких пакетах, да? Раньше в коробках. Смотри, как ворсинки у шерсти встали. Настоящая шерсть. Отлично. Я хотела, смотрела на канале, как вяжут тапочки из квадрата. И вот я думаю, что как раз из такой шерсти я очень-очень хочу попробовать и связать такие тапочки. Думаю, как раз эта шерсть подойдет. Мохнатая какая. Плюп. Так, что тут у нас еще? Коробочка от Panasonic. Что тут бабушка нам отправили с дедушкой? Прелесть, очень люблю фигурочки такие. Это, наверное, папа, ты. А? Посмотрим. Может быть, это и мама. Левушка. Нет, мама розовенькая. Вот, пожалуйста, фигурочки. Это я, садовница, а это ты. Замечательно? Вот какая прелесть. Тесемочку мы разрезать не будем, потому что пригодится она мне для всякого моего мастерства. Так, что у нас тут? С днем рождения, успеха во всех делах. Дорогая доченька, с днем рождения, приятных забот, любоваться цветами в букете. Лео. Наслаждаться теплом круглый год, видеть мир только в розовом цвете. Пусть любая из сказанных фраз, словно солнышко солнце согреет. Все мечты, что волнуют сейчас, исполняются пусть поскорее. Спасибо большое, родные. Тесемочку украл. Мастеровой ты наш. О, это я тоже знаю, что это такой зонтик, которым закрывают фрукты или салаты, что угодно. Лево. Только нюхает. Я скажу, папа, только нюхаю, мне интересно. Вот такой вот замечательный зонтик. Очень удобный. И для дома, и для улицы, когда мы сидим, чтоб мошкара не мешала. Замечательно. Упаковочка от него пока понадобится. Так, что у нас еще тут такое? Ой. Фартучек какой. Веселенький. Замечательно. Передничек, да? Салфеточка. Христос воскрес на Пасху. Да. Замечательно. На стол постелить, да, когда украшать будем? Замечательно. Что у нас еще? Что у нас дальше? Хо-хо-хо! Это... год поросенка или год свиньи, который будет, да? Ну, прекрасные, милые поросята. Я хочу сказать, что в Германии этот китайский календарь не действует, да? То есть здесь нет года свиньи или какой прошлый год, или этот год, года собаки. То есть в Германии такого нет. Как в России подарочки все и все с поросенком сейчас.
Ну, поросята славные, конечно. Это материальчик, полотенчики, салфеточки. И я потом это все, конечно, обошью. Ну, красота. Даже можно вот так вот обшить и на стол на этот положить. Да, Володюшка? Квадратиком таким. Поросятки. Замечательно. Сделаем такую скатерочку на кухню. Эльвире от нас. С Новым годом. Ну, мы достанем, покажем, да? Вот и для Эльвиры подарочек. Это полотенчик обшитое. Очень приятно внимание, да? Славный поросюшка. Вот и Эльвира получит. Эльвира и мои родители знакомы, потому что когда наши родители приезжали, то Альбрыш еще был жив, муж Эльвиры, и они уделили родителям большое внимание. Ездили с ними, ездили в церковь, где венчались Альбрыш и Эльвира. И говорит, мы прекрасно друг друга понимали без всяких больших слов. Замечательно. Ну, вот это, конечно, я люблю. Вот это красота. В коричневом. Салфеточки. Красота. Ой, красота. 6, наверное, да? Это я люблю. Цвет подходит. Коричневый. Очень красиво. Ой, еще большая. Ой, вот цвет нам подходит как раз, да? Угу. Под нашу мебель. Красота. Коричневый. Красота. Левушка, ты видишь, какая красота? Левушка, ты видишь? Видит, бегает вокруг. Так. Еще один передничек. И еще один. Это фартучек уже. Фартучек. О! Мы с тобой похожи. Я себя не узнал. Похожи мы с тобой, золотой. Вот. Одену. Так, что у нас тут? Ой. Ой. Ну, эти тройные. Это полотенчики, это не стол застилать. А какие славные. А какие славные. А какие славные. Ниф-ниф, наф-наф. Нуф-нуф. Замечательно. Это уже, наверное, полотенчики. Салфеточки такие, да? Леушка, нравится тебе? Хрюшки такие маленькие, сладкие, розовенькие. Вот сколько нам выслали. О, и это еще такое же. Только уже не зеленое, а в красном, горошек. Ну, красота. Красота, красота. Вот такие подарочки замечательные, я считаю, потому что... Ну, приятно, да? Очень приятно. Все эти салфеточки, все эти полотенчики. А здесь, между прочим, поросятки маленькие или свинки, есть фигурки, тоже новогодние. Они как приносят счастье. Символ. Да, символ поросенок – это приносит счастье. Но это не только в этот год, это всегда считается в Германии. Ну что, Володюшка, огромное спасибо маме и папе за посылку, которую нам отправили, за радость, которую нам доставили. Очень-очень рады, конечно, приятно, очень приятно. И мы сейчас обязательно позвоним нашим родителям, скажем, что посылку получили, все в целости и сохранности, и большое им за это спасибо, за это внимание. Да, Володюшка? Отлично.